Очистить парк культуры и отдыха от мусора. В среду в жилом районе «Энергетик» пройдет акция «Зачистка». Парк возле кинотеатра «Голливуд» уберут от твердых бытовых отходов и сухостоя, который, как говорят специалисты, сейчас крайне пожароопасен. Самые инициативные жители города уже изъявили желание поучаствовать в такого рода субботнике. Всех желающих организаторы ждут у центрального входа в парк 15 мая в 12:00. Мы обеспечиваем перчаточками, мешочками. Самое главное от них желание поработать и их смелые рабочие руки. Надеемся, что участие в данном мероприятии примут все граждане, которым не безразлична судьба их парка, те, которые проводят там время, ну и те, которые просто неравнодушны к проблемам своего города.